Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана, производя около 40% от мировой добычи. Степногорский горно-химический комбинат, осуществляющий переработку урана, обеспечивает стабильные поставки для мировой атомной энергетики и вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. Основной производственной базой Степногорского горно-химического комбината является гидрометаллургический завод. За прошлый год произведено 1650 тонн готовой урановой продукции. Проектная мощность составляет 4000 тонн природного урана в год. Переработка до 1 миллиона тонн медно-молибденовой руды. В настоящий момент осуществляем деятельность по двум направлениям. Первое направление – это переработка уран-содержащих материалов, которые получаем от предприятий, совместных предприятий НАК «Казатомпром». Второе направление – переработка медь-содержащих руд месторождения Кызылту. Готовой продукцией по урановому производству у нас является закись окиси урана, которая осуществляем отгрузки в Российскую Федерацию, в КНР, в Канаду, во Францию. Готовой продукцией медно-молибденового производства у нас сейчас на данный момент является медный коллективный концентрат, который отправляем в дальнейшем на переработку в ВАО «Казцинк». Комбинат является градообразующим предприятием города, обеспечивает рабочими местами более 1000 человек. Он строился совсем недавно, но в основном уже понял весь процесс производства, что зачем идет, для чего это нужно. Я, наверное, скажу то, что вносить свой вклад в нашу страну. Добыча, обработка металлов, конкретно вот в нашем цеху это медь, флотация меди. Работаю я реагентщиком. Мой процесс работы заключается в том, чтобы добавлять определенные реагенты. С 2026 года планируется выход на полную загрузку уранасодержащим сырьем, поставляемым с месторождения Буденновское. Это обеспечит новые рабочие места и стабильную занятость местных жителей. Заринабек Калиева, Бауыржан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кукши, Ахпарат.